Люблю я все украшать. Все. Все подряд декорировать. Есть очень простые способы декорирования. Вот, например, клей ПВА. Я его развожу водичкой напополам, чтобы он не был такой густой. Вот так называемая рисовая бумага для декупажа. Так. Ну, некуда проще, да, вот казалось бы. Казалось бы, некуда проще. Сейчас я еще раз промажу. Так. Однако, раньше я когда жила в Мурманске, на 8 марта у меня не было проблем. Покупаешь разделочные доски, украшаешь, и вот вам подарок на 8 марта. А если на Новый год, то на Новый год. Несколько способов, просто простых и эффектных. Ой, так, не буду тряпкой тереть, она не любит этого. Так, ладно. Все, пусть сохнет. Ну, единственное, что такие доски, конечно, посудомойки мыть нельзя. А так. Но есть способ еще легче и не менее эффектный. Одноразовое тату. Бывают такие красивые. Ой. Тут самое главное не забыть снять вот эту пленку. Потому что я такая торопыга, я сколько раз забывала. Так, ну и все, теперь ее нужно намочить. Так, намочили. Приложили. Подождали чуть-чуть. Тут все зависит от качества самой татушки. Вот уже видно, что не очень качество. Они бывают старые. Опа, вуаля! Так, здесь можно исправить мокрой, ну, водой, мокрой, мокрым пальцем. Тут по краям, не знаю, видно вам, не видно, задралось. Мучим палец водой и приглаживаем. Ну, конечно, по краю. Вот здесь, где мелкий рисунок, она бывает не хочет. Так.
Ну и скажите, чем не произведение искусства? А бывает, что прям замечательно все ложится. Но это еще дерево. Сами понимаете. Ну, в общем, ничего страшного. Не всегда так бывает. Это зависит от рисунка, от качества и долго ли оно у них лежало. Я считаю, это все равно быстро и так. Теперь можно промокнуть аккуратненько, конечно. Промокнуть воду вот эту лишнюю. Просто замечательно. Мне самой нравится. Так, ну пусть высохнет. Картина наша высохла. Я беру пилку. Пилку для ногтей. Можно и шкуркой. Но я вот не запариваюсь. У меня есть пилка для всяких работ таких. Кстати, она уже стала старенькая. Можно и шкуркой. Так, придется чем-нибудь. Так. И вот так все вокруг снимаем. И все. А потом покрываем лаком по дереву. У меня вот был яхтенный лак, но вот, к сожалению, он кончился. Мне пока покрыть нечем. Вот. Взяла другую пилку, и дело пошло. Вот это рисунок винтажный, он специально состаренный. Сейчас в магазинах такой выбор этой рисовой бумаги. Просто какую хотите. Мелкие рисунки, крупные рисунки. Вот и все. Ну. Это у меня доски без отверстий. А так просверлить здесь отверстие, повесил, вот вам красота на кухне. Так. Ну что там у нас, волк. Вот у меня один краешек отклеился. Я его подмазала. И другие еще подмазала. Но когда вы будете покрывать лаком, а лаком нужно, конечно, обязательно покрывать, чтобы ее мыть можно было. Лак еще сквозь бумагу пропитается. И все будет держаться у меня вон годами они, эти доски. Ну и волчара высох. Замечательный волк получился. Тоже лаком по дереву покрываете просто кисточкой. Смотря какое дерево, пару слоев надо, чтобы первый слой высох еще разочек, потому что дерево впитывает в себя. Все, и замечательная доска. Как-нибудь в следующий раз я вам еще покажу, как можно
с помощью флюид-арта. Тоже очень просто и очень красиво получается. Спасибо вам за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Будем вместе творить.